работаю в области искусства. Я человек политически немыслящий, но по вопросу близкому мне, вопросу об искусстве, заявляю, что я не согласен с политикой власти в области искусства. И желаю противовес существующим на сей счет правительственным мероприятиям свободы печати как для своего творчества, так и для творчества близких мне по духу людей искусства, составляющих вместе со мной единую группу. Становлюсь на путь искреннего признания, выкладываю все свои прегрешения без воды, лишних пауз и знаков препинания. Показываю, что являюсь руководителем церковной труппы, являлся также идеологом антиправительственной группы, куда помимо меня входили мои сподвижники и единомышленники в труппу тлетворных убеждений. Так. Культуры проявляем интересы. Через 5 минут я понял, что это допрос. Они питали меня, задавали вопросы, какова моя роль и кто в наших лике босс. В каких областях культуры проявляем интересы. Через 5 минут я понял, что это допрос. Они пытали меня, задавали вопросы, какова моя роль и кто в наших лике босс. В каких областях культуры проявляем.